тебе не едется, а, блин. Есть такие вопросы, как едет, блядь, 30 километров. Сейчас выйдем уже на Щербакова. Да раз, пожалуйста. На правеньке дорогу сделали? Ну, более-менее. Не то, что было, но не так, как вот это на юбилейный. Далеко не так. Сделали уже, уже разбили. Прошлой модели весной делали. Ну, она уже 600. Давай, не до 14 года я работал на вахмашево новинка. Блин, своей машины тоже ездил, когда в голову. Как выходной все, я ремонтирую машину. Как выходной, так и ремонтирую. Там то Ребрыково, Картошина. Ребрыково, а туда в сторону, когда как на Свердлов выезжать мимо Дарьевки. Там от Ровеньков до Дарьевки дорога чего только стоит. Ну, так и получается, что да, раз в неделю, раз в две недели ХДВ перебирается. Люди жалуются. Деду как-то, да, года два назад было, что вроде вообще дорог не было. Сейчас хоть Артема там час сделали, там по Бюду более-менее сейчас можно ездить. Это уж вообще негде было. Еду, дождь еще идет, часов 5 дня. Останавливаюсь.